Адилзаде, Азербайджан. Атака на атаку, обмениваются партнеры. Выполняет хороший переворот азербайджанский спортсмен, накрывает на удержание. Удержание открыто. Ализаде, Адилзаде и в предыдущей встрече пытался выполнить именно этот переворот. У него там, в той встрече, этот переворот не удался, но вот сейчас мы видим, что вполне даже удался. 4 балла он зарабатывает за удержание поперек. На захватах выбирают спортсмены лучшую позицию для атаки, для броска. В левую стойку борется спортсмен из Беларуси. Есть у него односторонний захват. Он пытается все время, да, вот левую руку партнера тоже забрать. Они оба левши. Вот есть сейчас у белорусского спортсмена хороший захват. У него и отворот, и рукав, так как он хотел. Но вот отпустил, ушла ситуация, отпустил этот захват. Хорошо вкручивался на бросок через спину с обратным входом азербайджанский спортсмен. Не хватило, вероятно, плотности, но так активно работал в этом приеме. Без оценки. Испартер старается вот Адилзаде поднять своего соперника. Это непросто. А вот теперь переходит, уже перестал поднимать. Переходит рычаг локтя. Арбитр открывает счет выполнению. Кажется, локоточек ушел. Да, ушел локоточек. Сейчас белорус согнул локоть, согнул руку и... Болевой не состоится. Бросок через голову. Предвосхитил действия своего соперника Адилзаде.
не позволил себе через голову бросить, имел возможность атаковать в партере. Любит Адилзаде, видно, что и переворот у него хорошо получается, и на руку может сесть, очень опасно. Любит борьбу в партере Адилзаде. Ну и в стойке он подворачивался тоже не менее активно на бросок через спину. Задняя подножка, боковой переворот, в ногу прошел и заработал еще одни 4 балла Адилзаде. Выиграл схватку досрочно, 20 секунд еще оставалось бороться. Выходит именно в полуфинал. Весовая категория до 88 килограмм. Уже разыгрывают четвертьфинальные встречи. И Адил.